скажет, а ему не скажет ничего. Так и получилось. Привет, это не вы случайно, нет? Сразу меняем кепочку. Едем хавать плов. Приехали забирать мерсу победителя. Че, вы давно уже здесь? Пацаны, мы 2 часа ждали как бы. Да. Если не будем грим примеривать на Алишера, он почти что готов. Мы распечатали на 3D-принтере голову Алишера настоящую. В смысле, примерять будут? Примерять грим. Едем в баньку? Так. Там филинг, массаж. Конечно. Дядя нам! Там вот такая... Ладно, это шутки, шутка. Погоди, у меня сколько фоллеров, у меня прям белый. Ты понимал? Это еще сейчас чуть разбавлено уже. Просто белый «Шевроле» всех форм. Прикинь, здесь просто, ну кто-то заезжает за девушкой такой, я заеду с тобой вечером на белом «Шевроле». Ты ищи. Ну что, помидоры еб... Опа, чизас. Помидоры, вот реально сумасшедшие. Это то же самое, что и собаку почти есть, то же самое. Плюс-минус. Нет, это не то же самое. Понимаешь, конь, сколько мне надо, это существо, которое тебе и в бою поможет, и довезет, и накормит. Когда надо, накормит. Ужасно звучит. Здорово, кабан! Я помылся. Какой красивый заливец. Ты сейчас в баню сосать будешь? Да. Наработку, да. Мне кажется, можно, да, ему где-нибудь на лоб будет или даже сюда пустить. Шрам? Саш, смотри, здесь. Настоящим будем? Да, бить будем. Успокойся. Вот так уже страшно, да, когда я иду, типа, уже? Нет. Вот так. А так же, чуть медленнее, где? И лицо. И чуть губу закуси. Чуть быстрее. Да, выходи из угла. Да, чё вы? Куры, ты чё, блядь? Чё, блядь? Вы чё, пид? Вы чё, пид? Не, костюм будет уже получше, я уже забуду в роли себя вообще. Я же актёр. Он новый Человек-паук, кстати. В трингах такой голый. Человек гей. Вообще звучит, нет? А как он стал геем? Типа его должен был укусить гей? Да. И ногти резко накрасились. В фильме снимались. Даня Милохин. Все. Один черный русский мальчик. Опа! Вот стиль. Дубай, забыл, как ходить сейчас. Спасибо. Костюм жиробаса. Тебе даже эта хуйня идет, бля. Хуйня вообще. Круг жив. Офигеть еще меня эти ночи. Вижу слычок, только еще покус на очередь. У меня просто сейчас по спине катятся капли пота. Друг за другом так гонка у них. И мне так на улице под солнцем 3 часа. Мы прикажем пипи, говорит, не пиздец. Ну правда. Вообще никогда, почти. Ты как будто в баню уже сходил. Ой, пожалуйста. Ай, трусы уже мокрые насквозь. И это минут 10 в костюме, прикинь. А у нас так это весогонка. Да, это, кстати. Во всем надо искать себе плюсы, ребят. Мы делаем не просто всю работу. Он не только снимается, работает, он сразу еще вес скидывает, тоже работает, понял? Да. Это Рамон, ну что, друзья, мы приехали смотреть, какую драку поставили каскадеру, что-то поправить. Так, за нами сейчас приедет белый «Шевроле». Вот он. Трушный зал, как фильм про бойцов. Трушный, да, Алишер лучше, да. И вот в этот момент он по спине. Да. Мужики. Да.
что, ребят, мы только что вышли с репетиции нашего эпичного боя. Маш, пару слов. Что вообще? Предвкушение есть какие-то съемки? Охерительно. Маша второй режиссер, она говорит нам... Обоснуй. Все будет охуенно. Она многого не знает, как мы работаем. Время 5 утра, она. Камера. Мы сегодня начинаем день с того, чтобы поддерживать форму, качать, тягать железо, правильно? Да, подсаживай. Это... Смотришь в зеркало, думаешь, охуенный, могу еще пить быть. Опа-попа, ты джиган, нахуй. Надо подкачаться. Уф. 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 Это вы здесь купили, честно, да? Да? Здесь, да, на базаре, да, или где? Нет, это, короче, какой-то торговый центр, понял? Там вообще почему-то какие-то свадебные платья продавали. И мы хотели обсудить, почему как бы используется старая прическа, да? Сука! Все, что мы делали до, это было неправильно. Эти подкасты, эти грязные разговоры. О, спорт, ты пот. Просто если избавляешься от зависимости, надо прыгать на другую. Убрал меф, добавь качалку, нахуй. Кстати, окей, я пойду в бокс, скорее всего. Ну, в ММА. Чтобы въебать Сашу Стоуна там. Он пиздец. Смотрите, смотрите, вы говорите пи***. А мы говорим... Смотрите, тыльной стороной очка делает. Ебать, чувак. А как сосет? Дети, понял. Все вам объяснишь. Вот эта часть. Ну, какой-то компанийский совет, может быть. Дорогие подписчики, занимайтесь спортом. Здоровым теле, здоровый дух. И... Не бухайте, ребят. Да, не пейте. Только курите, можете курить. Наркотики слов. Чуть-чуть выпивайте. Телки дают, если... Тачки качаешь. Да. А вообще? Пойдемте, это будет под нами. Да, пойдем. Просто брат. Это тебе? Да, да. Вот, вот, малышечка подарила. Спасибо. Он доволен. Даня, какой ты классный, я не могу. Как вы можете хуй человека, который такие эмоции у людей вызывает, ребята? Ну вот как? Чисто дарит счастье, пацан. Смотри, просто, ну... Из того, что он просто есть. Просто он существует, и люди рады вокруг. Камерку можешь им объяснить? Они себя очень плохо вели. Ты че? Тихо. Как дома. Что ты пришло? Пода. Тихо. А че карман у тебя родной? Если вы не поняли, что это за молодой человек вот с нами ходит, это Шарип. Он казахский актер. Вот я обожаю сериал «Шакер». Это сериал казахский про меф. И он восхитителен. Я про сериал. Меф – ужасная вещь. Ну что, рыбалочка началась. Как говорится, весь рыбка большая, а маленькая нам нахуй не нужна. Мы позвали Шарипа, чтобы он сделал свое звездное камео в роли мусора. И сейчас просто выходит пакет такой, да, мусор? Ладно, это вырежем. Вы также можете знать его по фильму. Район? Район. Бизнесмен. Где, что еще? Пацанские истории. Канал, правильно? Горбатая гора. Обстановка неформальная, мы же сидим просто хаваем, типа у нас ужин. И он залетает. Снимает, да, такой, о! Ой, Шерчик, ты чё? Вот сделаем этот текст, хочешь? Да. Шерчик, ты чё, охуел? Ты чё, охуел, что ли, блядь, сидишь? Эй! Алишерчик! Ты чё, охуел, что ли? А мы ещё, знаешь, что думали сделать? Типа, там же Милокин, типа, сидит. И он такой, с какими-то петухами здесь? Какими-то петухами трёшься? И Милокин такой, да я тебя... Тихо. Да я тебя в... Кого там в... Скажи. Да я тебя в... Нет, ты должен говорить, он тебя снова тихо. Да я тебя в... Тихо. Вот, что? Где вы? Что это? Что за мазохист, блядь? Подошел, сломай меня. Человек гей, да? Сломай меня полностью. Ну так как мы в Ташкенте, друзья, мы, конечно, не могли не заехать в Топор. If I gave them all I had, you know, I'd probably be a mess. Had to get them all the things that they were living in my chest. Мы готовимся все к Black Rush, к съемочкам. У нас будет... Двое суток съемок, поэтому нужно заранее всех приготовить в порядок. Какую-то легкую мудрость народную можешь рассказать просто в камеру? Брат, честно, вот нет мысли какой-то, понял? А когда нет мысли, что стоит делать? Просто втыкать.
Здесь у нас в отдельной комнатке человек отдельный, конечно, его нельзя со всеми сажать. К нему особый подход. Парень при деньгах, парень молодой. Ты сегодняшний, брат? Да-да. Человечек у нас очень серьезного склада ума и характера и духа. Азиз, все его имя, тёлки орут. Это дичь, хер НТВ про то, что я сбежал из страны, у меня все очень хуево. И когда я поехал по концертам в Европе, меня еще нахуй ебают зрители. Что? Раз, два, три! Ну у меня же всегда на концертах толпа мне кричит, пошел. Они это вставили, говорят, вот видите, он никому нахуй там не нужен. If I gave him all I had, you know I'd probably be your man. Said I'd get him all of these and they were living in my chest. If I ever trust a fake, then I'll probably forget. If I trusted all these bitches. Ну конечно, ребят, самое приятное, что да, где бы съемки не были, в Дубае, в Москве, в Ташкенте, в Ростове-на-Дону, мы всегда можем прибарахлиться, прихорошиться. А теперь еще и с 17 числа официальное открытие топора в Нью-Йорке. Пацаны, выдвигаемся в Нью-Йорк. Я сэперил, это Black Russia, день один, съемки стартуют. Смотрите, вот так распределяемся, как этот человек. Господин режиссер. Ладно, ребятки, прыгайте в ту машинку, поехали. Дайте, а сколько шла подготовка, Санек? Вот расскажи людям на самом деле, как давно мы уже... На самом деле этот проект у нас разрабатывается с февраля месяца. Февраля. Да, ну чтобы вы понимали, это проект не просто нам надо снять клип, а это целый полный комплекс. Придумать песню, придумать бит, слова, согласовать с клиентом, потом придумать сценарий клипа, понять, где мы это будем снимать, как маркетинг будет проходить. Представляете, полгода идет проект, за полгода мы только пошли к тому, то, что вот сейчас будем снимать. И мы наконец-то в Узбекистане. На самом деле сначала хотели снимать в Казахстане, но чуть-чуть не сложилось, не получилось. Ура. Здесь не было нихуя. Вообще. Брат, вы выгнали меня из России, у меня свой город теперь. Вот это сумасшедший. Такой же, блядь, брат, как у вас. Надо придумать название своему городу, пацаны. Это Бугаттистан. Аренда свадебных кадиллаков, пожалуйста. Алишер, да. Второй режиссер, Маша. Привет, Алишер. Очень приятно. Очень хорошая, слушаем ее. Я же скажу, что это псих. Ты начинаешь уебывать сразу же. И вы за ним. Стой, сучка! Ш**ка! Это? Мусорская Волга? Как будто, знаешь, в Уфе, во дворе, в каком-нибудь на проспекте. И вот это, прикиньте, вот это все здание было такое желтое. И мы его решили тебе делать пишут серый, чтобы она было более. Интересно, она функционировала или так и не заставляет? Нет, это запрошка, и тут обычный еб***. Кололись наркомана. Сань, надо слезть оттуда. По технике безопасности сейчас мы под угрозой за тебя одного. Короче, да, ну реально. Чувак, эту зданию 90 лет, спускайся. Да? Бля, ну это вообще разъёб, не? Я вот такой же однажды хочу выпустить. Здесь можно мусорить везде. Попил воды и вытянул. Спасать где хочешь. Спасать можно здесь. Сейчас неприятно что стало сейчас. Бро, это Black Russia. Бро, ты знаешь, что это Black Russia? Расскажи. Black Russia — это Черная Россия. Это игра, в которой люди могут быть кем угодно. Вором, полицейским. Вором тоже можно быть? Вором тоже можно быть, да. Мы сейчас ждем iOS, и мы будем всей бандой залипать. Наверное, уже залипаем. Всем Bugatti Gang'ом выйдем на улицу Black Russia, да? Заходите к нам на стримы. Пару слов о гримерке. Так как у нас русский стиль, и гримерку мы решили сделать тоже в таком, знаешь, советском русском стиле. И воняет хуёво. Да. Это был ремонт сначала нормальный, пришлось типа его чуть-чуть
подшаманить, чтобы было слизки наши. Что у нас тут? Райдер, артист, рыбка красная, сырочек нарезка, фрукты, батончики протеиновые, бутерброды с тунцом, мясная нарезочка. Пройдемте. Вы когда-то видели такое? Что там внутри-то, блядь? Скрытие. Скрыть давай. Когда-нибудь видели вот такой читос? Я впервые в жизни. Ты видел читос такой когда-то в жизни? Наритас. Что нахуй? Ты видел, блядь, читос такой нахуй? Что, блядь? Вот как можно Романова от съемок отвлечь. Пацаны. Ну шарики все равно. Проверочка. Что скажете? Нет, ничего необычного. Да полная хуйня, да? Ебать. Йоу. Бля, прикольно стало, я думаю, блядь. Да, прикольно. Охуенно. Моя ювелирная работа. Эх, заживем, ну, мужики, за удачу. Да, у нас кэбу цены, вы будете сидеть в ресторане. А должен был выступать уважаемый какой-то артист, шансон петь, и тут появляется Морген, и вы так на него смотрите. Ну че, сука. Ой. А то убью тебя нахер. Ну че, сука. Вот это. Пой. А то кишки выпущу. Ну че, сука. Пой давай. А то кишки выпущу. Мы сейчас именно в гостях у Саши Романова за кулисами знакомимся с актерами. Вот у нас еще один парень, как его зовут? Александр, что, мне раздеваться, что ли? Конечно. Ну, конечно, у нас это все-таки порно снимаем. Все натурально. Опа! Сюда! А на спине есть стиль? Стиль. Вообще, что это? Ребят, ну вы понимаете, да, с кем делаем? Чисто золотская работа. Классическая? Да. Так, ребята, экскурсия по машинке. Это Мерседес! Не, я бы не взял все такое. Дерьмо дерьмом, конечно. Бронированное? Да, бронированное. Бронированные окна, чуваки! Чья это машина? Автомат. Привет, да, я да. Маша, я второй режиссер. Сань, пожалуйста, ты очень прошу, не балуйся, вот, хорошо? Пойдем? Короче, как всегда, меня все ненавидят на этой площадке. Даже когда я снимаюсь, тоже ненавидят меня. Брат, пойдем просим арбуз. Что мы выясняем? Арбузы не крепкие. Человек-паук, ёпта. Аккуратней со мной, нахуй. Мы сейчас будем снимать уличную сцену. Соответственно, у нас заготовлена уже полиция, которые будут сбивать Алишера. Потом мы будем его заметить на графике. Он будет там летать и так далее. Короче, будет очень весело. И тут у нас сейчас будет сниматься масштабная сцена. У нас будет 70 человек в кадре. Вот, нам надо каждого расставить, каждому дать задачу. Типа делаем такой а-ля сумасшедший немного игровой мир. Вот, обратите внимание, с второго этажа у нас будет падать человек. Вот видите, где аренда лимузинов? Оттуда будет каскадер на палатку. Вот, будут взрывы, кто-то будет умирать, кто-то просто жить в этом городе. В общем, все как в игре Black Rush. Все оружие не настоящее, но выглядит как настоящее. Художники у нас пиздец. Вот оттуда будет падать каскадер. Вот сюда. Вот наши каскадеры, ребята. Мы сейчас репетируем взрыв. Это специальное помповое устройство, которое стреляет пылью, мукой. Это мы привыкли в голливудских фильмах, что огонь, а на самом деле, когда кидаешь гранату, там просто пыль и мука. Три! И если еще мне сделают пенопласт для того взрыва, будет фактура, как будто настоящий взрыв. Мы уже делаем. Все. Чтобы вы понимали, это была полностью разрушенная локация. Пацаны ее за два дня восстановили. Вот, видите, фрезочки сделали, карнизики, все, покрасили локацию. Теперь она выглядит более-менее по-городскому. Этот актер прямо из актерского училища Собутыльников. Вот, пожалуйста, да, посмотрите на него. Садись. Просто стоишь, ждешь. Когда будет взрыв, ты просто вот так, ебать, просто прижимаешься, не падай туда. Почисти. Чувствую, мы заменим его на этой сцене. Смотрите, фактурный, один человек не выдержал и умер прямо на площадке. Он, видите, внизу лежит. И вы за ним прямо стой, стой!
Шишка! Шишка! Это? Ты что думаешь? Ты нашла, блядь! Что нахуй? Давно поебали, получал. Я дома, пацаны. Давай, GTA кадр со спины. Мои девочки. Главное, что? Туфли для мужчины — это как диски для машины, понимаешь? Они решают 70% внешнего вида. Я снова в своей стихии, я на съемочках. Чувствуете? Камбэк, камбэк, возвращение. И просто вот тут встав, ставьте, что просмотров нихуя на клипе нет. Ну. Блядь, я всегда, когда говоришь, такие происходят. Ну, а в этот раз так не будет. Лям просмотров точно. Лям минимум. Точно. Хорошо было. А где трюк? Камера идет! Пошли! Пошел! Взрыв! Взрыв! Курят жадно папиросы, думают, как нас разжевать. А приглашаю на допросы. А вот и первая сцена готова. Ой! Ебать пыльно. Ать, забочься о вас, нахуй. Я чтоб глазки не портились. Дурачки, блин. Лайк ставьте. Но сегодня именно атмосфера, как, знаешь, золотая эра в Москве. Как будто вот миллион доллар хэппинес, бизнес, вот это вот снимаем. Вот как будто пиздец. Но те времена прошли, так что мы только мечтаем, как будто, видите. Нет, брат, они не прошли. Они остались в прошлом. Ребят, это был первый этап, это была первая ступенька, вот, сейчас уже вторая. Вот. Самое главное, весело, пиздец, и дохуя за это платят. Понимаете? Вот к этому стремиться надо. Шикарно. Лайфхак из ТикТока, запоминайте. Мы сюда везли актеров с России. Именно самое синючное быдло со всех российских дворов. Параллельный импорт быдло у нас сегодня. Настоящий, что ли? Да, старый. 100 рублей, охуеть, какие красивые, 93-й год. Вот, рубль. Мы покажем, как вы вытягиваете у него сумку, он как бы не хочет вам давать, но вы вырываете и уходите. Вот тянем, тянем, тянем. Ага. Приготовились, актеры массовых, и начали! Туфельки сумасшедшие прям. Мне прям очень нравится в них ходить. Я, наверное, заберу даже. Что, в Дубае утром выходит? Да, чтобы вот больше ваших людей было. Знаешь, что, блядь, умираешь? Танец репетировал? После этого выступления мои корпораты для чиновников России вырастут в два раза цена. Отлично. Вот и руки как? Типа. Так, по-разному. Как хочешь. Свободно. Больше! Больше! Дай! Дай! Ноги! Дай! Эй! 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 Больше! Отбивай! А мы все. Опа, опа, опа. Разъем. Я говорил, я камеру ебать. Я только начал, я только смазал, блядь, только разрабатываю. Я еще даже не внутри. Под локацией. Да пиздец. Охуеть. Масштабненько, да? Очень красиво. Блядь, может этот, сука, Романов? Идете с арбузом? Уй-уй-уй, и обратно, идете. Да, вот. А вы прям. Оу! Оу! Стоп!
блядь? Идешь дальше сюда, поешь как бы синхрон, подъезжают две тачки мусоров. У нас оттуда на CG RPG летит, и оттуда за бочки взрыв, и тоже со столов падает. Да. Кадричек, а? Нихуя себе. В общем, ребят, честно, масштаб... Ты видел, что вообще происходило одним кадром? Как бы тачки выезжают, типа бьют, у этого сумку крадут, тот сверху летит, у кого-то бьют, ну, это реально достойно. Давай передадим привет человеку, вон. Человек наверху, красавчик. Один прыжок 100 баксов? Типа, не прыгай, бро. Я пойду сам прыгну. Мы готовы. И так же понятно, что ну пиздец полный. Да? Смотрите сами. Че там? Я курю, блядь, а ты с товарищем майором сидим тут, рассуждаем, да? Да, да. Почему нельзя спокойно по жизни, да, двигаться, да, не, наруш... да. не нарушать, да? Не, не, прикинь так вообще. Он нормальный тип, вы не ду, не смотрите. Прибалдел, конечно. Литюха наш. Мусора, кровососы. Две к нам. Наших бабок не видать. Поехали! Поехали! Вам наших бабок не видать. Новый сюжет НТВ. Запомнили? О, берите НТВ для вашего нового сюжета. Охуенно. Пиздатый кадр. При толпе разъебал на. А? Через зуб на. Вдвоем и назад, и вот оп, оп, и тут оп, назад, как будто хотели его увести. А потом вместе да, танцевать. Да, опа, оп. И назад, опа, и вперед. Мы падали, затем вставали, богатели и мешали. Клипчик снимаем параллельно, сушка у нас идет, вот видите. Ну что, у нас легенькая перестановочка, сейчас меня будет гримировать. У меня есть времечко сходить в душ. Как вы думаете, откуда в заброшенном доме душ? Мы привезли его с собой. Это наш мини-дом. Ха-ха, нихуя плита есть, прикинь. Холодильничек. Кроваточка, пожалуйста, обратите внимание. А где душ-то, ебать? Ты что, напиздел, что? А души нет. Ну все, удаляй тогда. Вот он! Вот же. Ну все, полотенце. А, душ? А, я думал, душ есть. Душ есть, они не знают, просто они не видели этот душ. Всем салют. Нахуй, я поздоровался. Посмотри, брат. Я сейчас все объясню. Все очень просто, на самом деле. Свет светит, мухи прилетают на свет. В данном эпизоде Алишер будет толстым, накачанным, так сказать. Человеком, который что-то вроде депутата партии Black Rush. Гримируемся и летим в Россию.
по своему же паспорту, да, просто как дебил, блядь. Бля, ужасно. О. Сразу, да? А что вы с молодежью, блядь? Молодежь развращаете, блядь. Тяжело? Не, кстати, вообще заебись. Тьфу-тьфу-тьфу. Я помню, у нас была съемка с бородой, мне бороду накладывали. Блять, я, ну, мне настолько стало хуёво, я ушел от всех, сел один и просто сидел в тишине вот так. Миллион волос колят одновременно. Мне казалось, что у меня жар, что у меня температура, я сознание как будто сейчас теряю. Вот настолько хуёво было. Я боялся грима. Да, а то вообще похуй. Да. Все терпимо. Я же сегодня снимаю трек про Россию, поэтому я терплю. Ой. Ты как будто пончиком переел. Это мой кошмар, мне кажется. Однажды проснулся, посмотреть в зеркало и вот так. Мне кажется, особо нельзя. Да, особо не нельзя. Ну знаешь что, мне сейчас смешно. Очень смешно я выгляжу. Ха. Я как раз такую же рубашку за миллион, ой, блядь, долбоёб, за $1000 купил в Турции и сразу же на первом концерте выкинул в толпу, нахуй. О, ходите, кстати, на концерты, может, вам дорогая шмотка прилетит. Они были хороши, это был Таллин. Парилка внутри костюма, блядь. Начинается, нахуй. Надеваем костюм жиробаса и сгоняем вес. Это же парадокс. Легкий танец. Что-то вот о чем я говорил. Вот усы, вот это уже пиздец. Все остальное было очень легко, а вот это уже неприятно. Дорогие граждане, слушайте новую песню во всех площадках. Смотрите клип, играйте в игру. Приносите нам больше денег. Саня, да, вот сколько уже клипов снял Алишер, и все время придумывает ему что-то неудобное. Придумал, каждый раз. Он подзаебался. Всегда да? Может придумать что-то, что ему не понравится. А разойдитесь, пожалуйста. Давайте пропустим Алишера. Дорогу, дорогу. Там такие гонки на спине, и просто чё? Капли, знаешь, как вот в машине сидишь, дождь идет, и смотришь на эти капли, которые по стеклу стекают. Такая же хуйта сейчас там. Давай, приготовились, и раз! Ты не я, ты. Что вы хлопаете? Мы нихуя не сняли. Ну что вы хлопаете? Мы нихуя не закончили. У нас тут еще минимум сцены 3, наверное. Мы аккуратненько все работаем, ребятки, помним, да, как? Давай. И музыка. Но остался каждый пацанок. А мы все дальше. Охуенно! Секунду, ебать, будет с той стороны. Вот это я сейчас кайфану, это пацаны. Это депутатский секс. Давай. Ой. Смотрите. Ебать. Смотри, на кардио, брат. Просушил, нахуй. Вот, смотри, мокрый весь. А можно я сам? Нормально? Давай. Волос, подожди, надо, подожди. Верь.
Нихуя себе! Я родился, блядь! Эх, ребяточки, вторые сутки съемок трека. А мы как решили, что он будет называться? Я русский. Либо он будет называться «Я черный русский», либо «Дальше живем». Посмотрим. Но вы уже знаете. Я еще не знаю, вы уже знаете, ребят. Вся эта постройка, она мне напоминает почему-то игру Atomic Heart. Но это совсем другая игра. Йоу! Родные сердца. Йоу! Что, вторая смена, нахуй, вторые сутки. Мы на марафоне торчим на этих съемках. А мы где, кстати, Александр, расскажите. Это гелиокомплекс, который изучает солнце со времен Советского Союза. И такой есть только здесь и во Франции. Солнце? Да. То есть они через телескоп палят на солнце и такие, бля. В одной из комнат температура больше 3500 градусов. Солнце падает на большие зеркала, от этого большие зеркала фокусируется маленькое окошко, и там попадает зеркало, и температура, да, в камере типа 3500 градусов. Там типа ад на земле. Да. Вот наши друзья из компании Black Раша. Ребят, расскажите просто пару слов о вашей игре. А, кстати, стоит сказать, что все они трое, все кириллы, кстати. Кирилл. Кирилл. И, как ни странно, Кирилл. Прочувствовать в игре то, что не сможешь получить или прочувствовать в реальной жизни. Такого еще не было. И кайфовать, получается. Если у вас не хватает навыка и, главное, смелости в реальной жизни, зарабатывать бабки, убивать людей, пиздить ментов, все это можно делать в игре. Я бы эту игру внес в школьную программу, потому что не все в наше время могут правильно обращаться там в обществе, там жить, выживать и так далее. Игра Black Rush про Россию, про наши дворы, все как в жизни. Не, кстати, вот без рофла на самом деле. Взаимодействовать, да, потому копить что деньги, там, зарабатывать. Там же можно покупать бизнесы, дома, трейд, что-то можно обманывать людей. В общем, там можно научиться на больном, так сказать. Да, да. Вы просто экономите время, плюс получаете удовольствие. Ну или на крайняк выплескиваете те эмоции, которые не стоит выплескивать в жизни. Обратите внимание, школьная программа Black Rush, скоро учебники, вся хуйня на всех площадках. Условно, вот там была GTA 3, GTA San Andreas, GTA 5. У вас, наверное, вообще другая история, то есть вы не будете менять графу, менять что-то вообще в игре? Мы выпустили новый движок, там новая графика, да. И она зарабатывает постоянно будет. У нас такая онлайн-игра, обновления выходят постоянно, часто. Короче, стараемся сделать так, чтобы игроку было интересно играть как можно дольше. Самые такие частые вопросы в ваших группах, я вижу, у вас большие комьюнити, там, в телеге, в ВК. Они тачки в основном все просят. Ну, потому что машина, это на самом деле основополагающая часть игры, потому что все пацаны хотят крутые тачки. У русских ребят есть такая история, ну, понтоваться, типа, понты, они же дороже денег. То есть у меня может быть тачка, которой ни у кого нет? Она может быть лимитирована. Например, если у нас Black Pass, тебе нужно выполнять задание, ты получаешь награды за их выполнение. И, допустим, там 100 уровней. Понятное дело, что не все доходят до сотого уровня. Допустим, такая машина может быть у тебя, там еще там у 10 человек. Так как, допустим, всего 1000 человек на сервере, ты вообще в моменте можешь быть один владелец машины. Личный вопрос еще. Я вот видел, у вас там есть казино в игре. Люди реально в него играют, типа, им прикольно, типа? Что ты играешь на те деньги, что ты заработал в игре? Имитация. Имитация, да. В Сан-Андреасе были лошадиные скачки или еще что-то. То есть это именно игра внутри игры. Да, это игра внутри игры. Лудомания — это все равно болезнь, и она не лечится. У человека все равно же остается это желание играть, азарт. И человек перестает тратить реальные деньги, он начинает зарабатывать деньги в игре и начинает играть в игре и тратить игровые деньги. Это были ребята из Black Rush. Оставайтесь с нами. Друзья, наконец-то мы вырвались из солнечного жаркого Дубая, куда-то на природу подышать, Узбекистан, горы. Сегодня снимаем сцену, как Алишер находится в Америке, скучает по России. Пока, наверное, не особо похоже на Америку, но что-то чуть-чуть добавим, подкрасим, что-то сделаем, будет американский штат, Огайо, Айова, что там у них есть. Соответственно, по сюжету у нас стоит пугало, по которому стреляет Алишер. Это такое развлекалово для богатых, как мы считаем в Америке, может быть, это и не так. Он стреляет по пугало, попадает, как Морген может и не попасть, он же номер один. И дальше он возвращает к своему дому, где у него находится ранчо, садится за столик, у него там брюнька, водочка, там огурчики. Мы хотим показать, что он очень скучает по своей родине, поэтому даже через океан он все равно думает, как бы оказаться в России, какая там лобанька, водочка, все дела. И тут оживает рыба, которая лежит на столе, которую только что должны были приготовить, и она исполняет его желание и возвращает его в Россию. А как она возвращает его в Россию и кем он там стал? Смотрите дальше. Вот наше пугало. Решили делать в женском обличье. Ну, обычное пугало — это парня. А схуяли парень пугало? Что, блядь, за неравноправие? А фотографии нас не будет, это просто будет листочек белый. А вы там сами придумайте, кого хотите. Может быть, это, не знаю, какая-нибудь блондинка. Какая-то блондинка.
Ну что, ты, короче, будешь сниматься в клипе Моргенштерна? Какие твои эмоции? Что, какие вообще прогнозы? Что думаешь? Я тоже так же думаю. Молодец. Ты будешь самый популярный конь в Узбекистане. Блять. Аппетитный, да? Ты такой. Ты такой сладкий. Ребят, не подскажете, магазинчик рядом какой-нибудь есть? Ну что, обзор площадочки легенький, правильно? Мы сегодня в горах Узбекистана. А конкретно где? Как эта гора называется? Паркемские Нагорья. Паркемские Нагорья, нахуй. Мы на моем ранчо, где я... Заебал. Где я заебался, да. Мы сейчас по сюжету на моем ранчо, мы тут снимаем тизер. Я здесь буду вести свою обычную дорогую жизнь, ну вы знаете. И очень скучать по дому. Знаешь, самое забавное, что пиздюки-то, они, посмотрев это, ну такие, бля, это реально его, ебать, он круто живет. Все, мы готовы? Да, давайте, приготовились, тишина, камера. Пойдемте сделаем обзор на туалет в горах. Ну, в принципе, вот ты он. Сейчас меня будут ваксовым маслом мазать. Я буду кататься по полю вот так, собирать дичку, потом себя собирать ее вот так. Йоу, гашиш. Йоу. Йоу. Неприятно, да? Ну, блядь, ну, честно, приятно. Как думаете, подписчики, нахуя вот это мы делаем? Чтобы не сгореть на солнце. Чтоб кататься. И прикиньте, вот за это мне еще платят. И ей платят. Али, всем платят. Всем здесь платят еще. Мы еще не просто хуйней занимаемся, еще и деньги получают. Вопрос, имеются нахуй вообще какие-то, блядь, к такому человеку? А с батюшки есть? Комментики плохие, не пишем нахуй. Как можно есть их? Ну, пиздец. Смотри в эти глаза, как можно их хавать? Брат. Ебать, кадр нахуй! Ебать! Чисто сишка, да? Воркаут. Вы дворецкий, вам чуть статности. Ну вот он когда вам дал, вы продолжаете стоять вот так вот. Ну как мумия, да? Заклинать его нахуй. Приготовились, давайте. Тишина, камера. И да. Камера пошла. Поехали. Алишер. Дворецкий, посмотрите на Алишера. Снимем Илюху. А я буду на коне кататься. Бля, вообще пафос, ебать. Ебать, ебать. Ты что, знаешь что? Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей. Не нужен. Бля, ебать, только заметил, как охуенно. О! А эхо нет. Может, это не настоящий? Да нет, нихуя. А где эхо, блядь? Ладно, ребят, выключайте экраны, нахуй. Это симуляция, да? Ты, сука, опять? Ты взял опять деньги на локацию и просто, блядь. Это все москвичи, мы в Москве. До сих пор, да? В VR-очках. Джон, how are you, bro? Yeah, bro. Okay, bro. Bro. Нормальный тип, на самом деле. Просто обычный американский парнишка. Алишер Усманов, привет. Здравствуйте. Как здорово? Прекрасно. Все хорошо? Да. Дома в порядок? Дома порядок. Молодец. Ой. Здоровье хорошо? Прекрасно. Ты на лошади ездил? Ездил. Можешь, да? Ну, лучше напомнить, конечно. Вот сюда, ногу ставишь, вот здесь, вот сюда держись. И толчок этой ногой. Какой хорош. Вот. Посмотри на своего мужчину и на меня. Теперь на своего мужчину и на меня. Не самый удобный вид транспорта. Да, слушай, на самом деле приятно. Что-то вот как будто на генном уровне, что-то вот, блядь. Пробуждается. Да. Просадка разминается. Ага. И как бы шоу начинается. Вот теперь ты еще 2-3 раз покатайся, да? Потом эта девушка мазать не успеет. Не понял. Потом поймешь. Мазать не успеет. Член будет стоять жестко. Вот, Пик, молодой, сразу понял. Скажите нам, с высоты ваших лет, вот что самое главное в жизни? Самое главное в жизни, да, чтоб тебя никто не обманывал.
Это сложно. В данный момент. А ну в наши сложно. Времена все было нормально. Самому тоже не обмануть? Не, ну если тебя обманут, приходится немножко. Бля, ебать ты выглядит. Блядь! Сука! Сука! Я ненавижу вас. Дворецкого. Блядь, я бухать отвык. Блядь, честно? Домой хочу, пиздец. А попробовать сделать, чтобы тебя как будто чтобы никто не видел, знаешь, что в Америке тут же, блядь, Россия, Америка, знаешь? Домой пиздец хочется. Вот, охуенно, вот. А, домой хочу. Соскучился. Ты тянешься? Я на тебя. Ты такой, блядь. Не трожь, блядь. Покажите ему средний палец. Да, да, прям мне в лицо вот так. Ваша дальневосточная сельдь. Жареную, сырую, вяленую. И, конечно же, дальневосточная рыбка. Посмотришь? Желаешь подачу на гриле или приготовить для тебя уху? Алишерка, не ешь меня. Это я, золотая рыбка. Ну... Домой хочу. Соскучился. Но есть одно но. Так. Тебе придется начать все сначала. Не, тогда нахуй надо. Поздно, Алишерка. Поздно! Нет, тогда нахуй не надо, спасибо. Что, блядь, за спасибо? Поздно, Алишерка. Блядь, школьник, ёбаный, сука. Блядь, надуло было пизже. Блядь, школьник, ёбаный, сука. Ай, дуло было лучше. Ой, иди нахуй. Костя, дожарь эту штуку. Хуй тебе. Иди ты нахуй, а Константин, дожарь эту штуку. Хуй тебе. Это Жека, ребята. Ассаламу алейкум. Как вы? Как дела? Я приехал, меня будут душить. Да. Ты приехал, чтобы подушили да. На съемках. Все люблю, да. Ты прикидываешь, они же РПГ с собой везли огромные. Их на границе вытащили, и пограничники начали фоткаться с РПГ. Прикинь, они вытащили РПГ, короче, начали угорать, во-первых. На юморе, короче. Но лица были такие, смотри, они смотрят, через магнит проходят они. Тухта! Погранцы просто, а, сфоткай, а? А это РПГ, который вез Жека, блядь. Блядь, прикиньте, я вот с этим проехал просто. Блядь. Смотрите. В аэропорту. Милохин. Я, короче, буду ловить нож этой хуйней, не, там будет поднос, наверное. Ловлю нож, такой, типа, и мне бутылка по голове, спать. Раз, три, пошел. Четыре. Раз, два, четыре. Шоу, мальчик, камеру не бери. Ебать, бархатная рубашка, нахуй. Похож на ублюдка, который может убить? В принципе, и без грима было. Первый криминальный TikTok хаус. Все, хорош. Сигареточки под рубашечку, а? А? Сразу походочка немножко. Привет. Первая массовая драка в клипе. Вот это экспириенс. Сколько тут? Тут 150. 150 человек, пацаны. 150 человек массовки, нахуй. Вот так мы работаем, вот так мы рекламируем игры, если что, на заметочку. Ценник-то растет, так что... Емейл в описании. Тебе идет, кстати. Кровь? Да. Мне идет кровь из носа, да? Еще раз скажу, я в ахуе от масштабов. Наверное, самая большая массовая сцена. Аристократ у нас был, да, где танцевали. Но танцевать все могут, а пиздиться, блядь. Ха, это надо уметь. Камера идет, музыка. Не зря боксом ловим занимался. Тишину. Что, тебя отпиздили в кадре. Да. Блядь, это масштабы, пиздец. Хорошо. Как вам, мужики, нравится? Мощно. Иди, будем натягивать.
Вот, вот тут, вот, вот. В эту сторону. Пустите, блядь! Во-во-во-во-во, охуенно. Блин, главное не заржать это. Кирюха, если вдруг забыли. Это вот два владельца Black Rush. Заставляем их пиздиться. Чисто пацаны заплатили, нахуй. Заплатили, нахуя. И теперь их пиздят. Пацаны заплатили больше ляма баксов, чтобы просто попиздиться и по полу покататься, нахуй. Учитесь, блядь. Black Rush и качайте по ссылке все. Молодцы. Хорошо работают, ребятам. Да, охуенно. Охуенно. Пацаны, ну расскажите, как вам первый раз снимаетесь в клипе? Да. Как вам опыт съемки? Отлично. Ну, мне кайфом понравилось. Все ожидал, но не ожидал, что столько. Ожидали, что будете по ебалу получать. Не ожидали. Самое дорогое получание по ебалу в мире, я считаю. Да, да, да. Ну так вот, учитесь, ребята, учитесь. Б. Black Russia, you know? Blood Rush. Знаете, вот я вот этот тип, который вот так здоровается. Вот потяни руку, вот смотри, тянешь, и он вот так дает. У которого голос из души идет. Да, мой родной. Да, родной, сделаем, сделаем. Мой родной. Молодцы, молодцы. Сосать! Вот это камбэк! Хорошо. Блять, ну это просто пизда! А мы все дальше живем, курим. Ножки, ножки, пьем, смотри на ножки, смотри. Девок балуем бриллиантом. И да и в ТикТок надо эту хуйню. У тебя, блядь, как в том Джерри хуйня выросла. Да, шишечка? Это real talk, это real shit. Ну, я и водочку ему выдавил. А, и выпьешь, да. И подсовываешь ее. О, в натуре. Перевернул так, ставлю? Да, да. Поставлю, и он скажет, что, уел? И ты такой. Я сниму фуражку. И как уйду. Да, охуенно. Спасибо большое, вы очень большие крутые молодцы. То, что стоите, держитесь. Мы понимаем, что сложно, но кто будет смотреть, то благо потом. Тост, мужики! Камеру дела отмечали, знаблы краша выбивали. Мужики, спасибо, вспомнил дом. Да, мы падали, затем вставали, богатели и нищали. Но остался каждый пацаном. И в этот момент, ну что, Алишерчик, блядь? Я забыл про пари, блядь, охуенно. Это припев первый, да? Да, да. Охуеть. А ты понимаешь это? Тебя же тогда мусора вяжут. Ну? И потом хуяк ты в ресторане уже поешь. Ну. Вопрос, блядь, а с хуяли его посадили. А потом приходит шериф. Как отмазать, так, блядь, конечно, товарищ, да, майор, блядь. Да. Ебать, я не выгляжу нихуёво, блядь. Я всегда мечтал в такой микрофон попеть. Я видел, как Металлика в него поют. Эх, заживем. Эх, заживем. Ну... Все, удачи. Блять, ну чувствую себя просто, ну я должен был родиться вот так. В цепях. Да. Но я думаю, если бы я родился в 90-х, я бы тоже нихуя сейчас за звездой был. Реально, Тагирыч, нахуй. Алишер Квадрат, ебать. Ебануться локация, нахуй. Ебануться. Романову пора строить свой город. Ну это пиздец. Это все, мы продолжаем в том же здании, блядь, да, только в другой комнате. Блядь, это пизда, давай, поехали, поехали, пожалуйста, поехали. Да что за кадры, нахуй, что нахуй. Я уже заебался постоянно говорить, что это пиздец, как охуенно, блядь. Каждый пизде предыдущего, боже мой. Все, мы готовы ебашить. Я понял, что все-таки трезвым работать пизде, короче. Потому что бухим тебе нравится все. Я помню, я бухим смотрел, например, Дисона Мирона и думал, бля, вот это гениально. А в итоге такая хуета. Трезво оцениваешь. Конечно. Дорогие мои детишки, ЗОЖ. Здорово. Иногда можно позволить себе бокал вина хорошего с восточного берега Бургундии. Да, иногда можно позволить себе легкого косячка там, где это легально. Да? Но ни в коем случае. Никаких алкоголизмов, наркозависимостей. В принципе, все. В принципе, все сказал. Все остальное можно. Да. Наконец-то тебе дали роль, которую ты хотел. Заебись. Чуваки, я думаю, они просто не знали, чем закончить, и просто решили, давайте выберем чел просто с РПГ и взорвет всех. Взорвет всех, но...
смотрим в ахуе просто на Алишера, хорошо? Смотрим в ахуе на Алишера. Я так детям буду своим говорить, чтобы нахуй знали. Что-то вы трогали. Ну-ка все в ахуе смотрим на папу, блядь. Крупье, вниз. Ты на столе. Мертвый человек, виси. Вот так, молодец. С вами сейчас решу. Можешь лежать? Я на сцену прям бахты с мордочкой. Молодец. Отлично. Вниз. Можно я тебе приступлю, извините? Так, друзья, я хочу сказать спасибо актерам массовых сцен, всем, кроме тех, кто снимается в следующей сцене. Всем вам большое спасибо, вы пиздец. У меня другого слова нету. Извиняемся, что так долго, но шедевры только так и делаются. Остаются те, кто остаются, те, кто едет домой, кто едет домой. Это про нас, блять. Мы продолжаем. Классная заставка, да? Маленькая жизнь, да, Валер? Вот маленькую жизнь провели здесь. И у нас 20 минут пятого. У нас еще где-то пару часов, наверное, на последнюю локацию. И даже это еще не все. Мы еще будем до съем делать в Дубае. Но это, походу, действительно самый масштабный клип Алишера. Сколько было массовки? Человек 150, по-моему. 147, типа, не знаю. Мужики, последняя локация. Let's go. Мужики, давай, сейчас сделаем все. Надо еще финал охуенный. Там счастье, радость. Когда звучит финал, конец смены, оно вот как-то эндорфинами. Пам! Да, вот именно там. Блядь, тварь, сука! Да. Блядь, сын, нахуй! Обернулся, блядь. Да, быстрее, пацаны, ну, блядь, время, нахуй. Ну, не бабки. Смелым пацанам всегда везет. Хорошо. Так, отлично. Все. Еще один. Я же говорил, сразу проснулся. Спасибо большое вам, актеры. Всем спасибо. Анатолий, прости, пожалуйста. Ура. Да здесь, ну все. Ну вообще все. Ну для меня все. Одна сцена осталась. А, ну то, что в Дубае еще надо будет снять. Поэтому, наверное, не настолько я рад. А, еще потому что 6 утра, блядь, сейчас. Ебать, аж помоги. Ну все же! Саня, скажи. То же самое. Играйте по-черному.